За чей счет должна быть поменена батарея в квартире? Как получить дубликат страхового пенсионного свидетельства в случае утери? Можно ли вернуть имущество, на которое судебные приставы уже наложили арест? Ответы прямо сейчас в рубрике «По вашим письмам». Доброе утро. Вопрос от Ольги Александровны. Подскажите, за чей счет производится замена радиаторов отопления в квартирах? Ольга Александровна, как нам пояснили юристы, в этом случае позиция судов однозначна. Если система отопления – это общедомовое имущество, то сам радиатор – это собственность владельца квартиры. Соответственно, вопрос замены радиатора – это вопрос, это проблема самого собственника помещения. Если квартира приватизирована, квартира находится у вас в собственности, вы меняете за свой счет. Если квартира не приватизирована, квартира муниципальная, либо государственная, то вы меняете за счет муниципалитета или государства, если необходима эта замена. От Михаила вопрос. Я потерял страховое пенсионное свидетельство. Скажите, могу ли я получить дубликат, оформив запрос через интернет? Михаил, в соответствии с федеральными законами, информация, содержащаяся в страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования, относится к категории конфиденциальной, так что интернет вам здесь не поможет. Дело в том, что само свидетельство нужно получать лично. Лично или через представителя предприятия. Поэтому форма подачи заявлений может быть любая, но дубликат страхового свидетельства нужно получать, предъявив паспорт и, так сказать, расписавшись за этот дубликат. Вот. Ну или, так сказать, представитель предприятия распишется, значит, при наличии у него полномочий на эти действия. От Ирины Владимировны следующий вопрос. Скажите, есть ли у должника возможность вернуть свое имущество после того, как судебные приставы наложили на него арест? Ирина Владимировна, действительно, после ареста имущество передается на реализацию не сразу, так что шанс расплатиться с долгами и вернуть свое у вас еще есть. После ареста имущества должнику дается 10 дней для погашения своего долга. То есть в течение этого времени имущество не будет передано на реализацию. То есть необходимо успеть в эти сроки. Каким бы ни был сложный вопрос, ответ на него почти наверняка найдется. Пишите нам, звоните, координаты рубрики сейчас на экране. А пока удачи в делах, в наступающем дне и до встречи.